Своп-вечеринка – это встреча для обмена вещами. Гости приносят ненужные, но пригодные для использования вещи – костюмы, обувь, украшения для дома и многое другое, чтобы обменяться ими с другими участниками встречи. Своп-вечеринку «Зимняя сказка», которая состоялась в молодежном самарском лофте, посвятили подготовке к новогодним праздникам. Каждый из участников мог принести или забрать не более 6 вещей. Организатором мероприятия выступила региональная общественная организация поддержки семьи Самарской области «Родные люди» при поддержке Самарского дома молодежи. Мне нравится сам формат, то, что можно принести свои старые вещи и для людей, которые в этом нуждаются, чтобы они тоже могли организовать себе какой-то праздник. Своп или обмен осуществляется на безвозмездной основе, поэтому даже те гости, которые ничего с собой не принесли, могли принять участие. Идея таких встреч не нова. Еще в 40-х годах прошлого века в Англии появились первые соседские вещевые обмены. Сегодня же своп-вечеринка – это инновация в решении экологических проблем. Я думаю, что это заставляет задуматься о том, что каждый из нас может оставить определенную пользу для природы, то есть не выбрасывать, да, вещи, а заставлять их жить второй раз и приносить пользу нуждающимся людям. Также это интересное знакомство и способ нам, общественникам, рассказать о себе, чем мы занимаемся, как мы помогаем людям и как люди могут помочь. Для гостей своп-вечеринки также были организованы тематические новогодние мастер-классы по созданию зимнего украшения из кружева под руководством экоактивистки Ольги Ипатцевой, модернизации своих вещей на кастомайзинге от Надежды Сайпулаевой и даже начать реализацию своей мечты на елке желаний от психолога Юлии Косолаповой. Мастер-класс называется «Елка желаний». По сути, это перезагрузка, подведение итогов предыдущего года и планирование на следующий год. Часто бывает так, что человек, который впервые сталкивается с данным методом, он как-то настороженно к нему относится, но на самом деле это инструмент, который позволяет человеку узнать себя лучше. Своп-вечеринки очень популярны в Самаре. С каждым разом на них приходит все больше людей, открытых к общению и осознающих свою экологическую ответственность. Александра Гусева, Константин Головин. События.